Дуэт Андриана Сосновский и Виталия Стамат победил в турнире в Анталии с призами стоимостью 15 тысяч долларов. Съемочная группа телеканала СТС встретилась с Виталией Стамат, чтобы узнать, как в 16 лет можно добиться таких успехов в теннисе. Как удалось? Ну, во-первых, с Ади мы знаем друг друга давно. Мы с Адрианой очень хорошо друг к другу относимся, а это немаловажно в паре. Понимать друг друга, поддерживать всегда. Как-то мы сыгрались, и на первом турнире мы тоже сыграли неплохо, мы в полуфинале проиграли, могли даже и выиграть, но кое-что у нас там не сложилось, не очень нам повезло. Вот. Но на втором турнире было полегче, и нам везло, все было в нашу сторону, и поэтому мы выиграли. Не было сложности, вы личности, у вас много побед, даже можете перечислить свои. Вот. И тут девушка появляется, нужно играть вдвоем. Побед много, перечислить их очень тяжело, потому что на самом деле их очень много. Запоминающиеся именно, наверное, запоминающиеся победы, это когда я попала в команду ITF. Тоже туда я отобралась, играла в Турции 2 турнира. И по результатам 2 турниров отбирали лучших 4 детей, которым оплачивают на 4 сильных турнира в Германии первой категории, одни из самых престижных. И я получилась так, что выиграла 2 этих турнира, и я поехала первым номером. И еще несколько детей с разных стран, там 3 человека. Там я выиграла 2 турнира первой категории, то, что, ну, на самом деле, это очень здорово для Молдовы вообще, ну и для меня. Я всегда очень любила играть в пару, во-первых. Вот, и до сих пор люблю, поэтому, может, у меня это и получается. Так и получилось, что мы выиграли, наверное. Поэтому сложности не было, да. Зная, что вот рядом со мной она. Ну да, во-первых, Адя старше меня, Адриана. И я знала, что она меня всегда поддержит, если что, если я испугаюсь. Потому что все-таки в первый раз, когда ты играешь, защищаешь честь нашей страны, все-таки это ответственность и немного страшно на самом деле. А как вы попали в теннис? Как я попала в теннис? Для многих звучит теннис в Молдове, это что-то вот теннис в Молдове. Тут, оказывается, вот есть девушки, и они побеждают. Ну, на самом деле, у нас очень мало девочек, мальчиков, которых есть возможность, и которые могут себе позволить, на самом деле, профессионально заняться спортом, именно видом этого спорта. Вот, потому что этот спорт очень дорогой, и не у всех родителей есть возможность. Вот. А, как вы я попала? Пришли? У меня папа бывший профессиональный спортсмен. И он всегда хотел, чтобы его дочки занимались профессиональным спортом. Ему очень нравился большой теннис. И а сам он чем занимался? Сам он был футболистом профессиональным. Вот. Закончил он по какой-то травме, я уже не помню, он мне рассказывал как-то. Вот. Было мне 6,5 лет, и я помню, что-то я гуляю во дворе, и папа приходит, и у меня для тебя сюрприз. Ну, взял, посадил в машину и повез на тренировку. И как-то месяц, наверное, 2 я занималась 2 раза в неделю. А потом, так как он знал, что он хочет, чтобы я играла профессионально, тем более мне это понравилось, у меня стало получаться, он меня дал уже так, именно профессионально, ну, как сказать, не то, что подарил тренеру, а посвятил меня полностью тренеру, он доверял ему. И этот тренер меня вел до определенного возраста. И вот, соответственно, я тренировалась уже намного больше, по 7 часов. А не было слез? Или там вы не приходили, говорили, все, бросаю, иду на скрипке играть? Конечно, было. И слезы были по причине того, что меня не пускают гулять. Потому что я когда начала заниматься профессионально, соответственно, время на гуляние у меня не было. Учиться я в школу ходила только с 1 по 4 класс. Именно каждый день посещала школу. Ну, учусь я до сих пор, но именно посещаемость у меня была стабильная с 1 по 4 класс. Потом, когда я перешла в старший лицей, с посещаемостью у меня стало очень тяжело, потому что надо было много ездить. И как бы мне дают задания всегда на дом. Я дома делаю домашнее задание и приношу, сдаю и пишу контрольные тесты, когда в стране. А ваш график? Понятно, учеба, тренировки. А как это все вот в один день происходит? Как это все в один день? Ну, утром у меня тренировка обязательная, которая длится 2 часа. Потом мне надо, соответственно, покушать, чуть-чуть отдохнуть. Потом у меня в обед еще одна тренировка и потом ОФП. ОФП это что? ОФП это общая физическая подготовка, скажем так. Там мы бегаем, прыгаем. В
тонусе держите да, себя? Без тенниса. Мы не играем в теннис, а мы делаем задания, упражнения, которые помогают нам потом на корте. После? После, ну это уже вечер, это уже часов 7. После этого у меня всегда растяжка, которой я уделяю час, потому что если я не уделю, и после этого я не смогу на следующий день прийти на тренировку, все будет болеть. А школа, вот время на школу-то не хватает. Стараюсь учиться. В основном учусь всегда ночью, когда есть время, когда надо что-то сдать, написать, всегда ночью. А как выдерживать? Вам 16 лет, хрупкая девушка, несмотря на то, что сильная правая рука. И тут вот такие сложности, такие испытания. Ну, сейчас я уже привыкла. Раньше, когда я была маленькая, для меня было очень тяжело. Для меня было тяжело в том, что вот хотела пойти погулять, как бы друзей не было. Вот. И мама все время говорит, ты должна сделать уроки, должна сделать уроки. Всегда были слезы. Хочу гулять, хочу друзьям. Но меня не пускали. Ну, наверное, сейчас я это понимаю, что она правильно сделала. Вы выиграли несколько дней назад 15 тысяч долларов. Куда деньги собираетесь? Ну, во-первых, я не выиграла 15 тысяч долларов. Это призовой фонд. Выиграла я поменьше. Сколько? Сколько? Честно, я не знаю. Мне дали чек. Я этот чек сразу взяла и заплатила за отель и за все, а остальное мне перевели на карту. Вам 16 лет. Да. Занимаясь теннисом, сколько вы уже примерно заработали? Примерно? 16 лет, даже некоторые в 30 не зарабатывают, живут с родителями, например. Ну, во-первых, до 16 лет все турниры, которые я играла первой категории, нам не имеют права давать деньги, потому что мы несовершеннолетние. Мы получали очки, где, благодаря которым мы поднимаемся хитрые в рейтинге. Люди. Да. И какие-то там подарки, там, я не знаю, кубки. Ну, на самом деле это память, конечно, но деньги это немного по-другому, приятнее их получать. Ну, это десятки тысяч долларов? Нет, намного меньше. Намного меньше. Ну, примерно, вот если ты выигрываешь турнир, в одиночном тебе 2000 дают. На самом деле не такие уж и большие деньги, потому что сколько мы тратим на это, сколько, точнее не мы, а родители тратят на это. А сколько тратят родители? Я знаю, что это дорогой, такой элитный сумму я вам спорт. Точно не могу сказать, потому что... Ракетки сколько стоят? Ну, ракетка одна стоит евро 200, там плюс-минус 10-20 евро минус, там, может, 180. Но каждому игроку профессиональному нужно 4 ракетки минимум. Во-первых, надо постоянно перетягивать, потому что рвутся струны. Это тоже деньги. Вот. Ну вот сейчас, как стало чуть зарабатывать... Для многих теннис – это ассоциация с Шараповой. Ее да. Крики. Это ее фишка. Она объясняет, почему это делает. Что у вас есть? Возможно, вы также кричите. Возможно, вы что-то свое делаете. Я не кричу, как Шарапова. Особых каких-то фишек у меня нету, я как и все, как каждый игрок, там, полотенцем вытираюсь, но это не фишка, это просто нужно во время игры, потому что у тебя руки мокрые и надо обязательно вытереть, особо никаких фишек нету. И ваш секрет, как в 16 лет заниматься любимым делом, прославлять страну, зарабатывать деньги? Ну, во-первых, радоваться тому, что у тебя есть сейчас, жить этим моментом. А такой личный вопрос, когда появится парень, вы же знаете, спорт и отношения – это всегда вот некий дисбаланс. Как да. будете справляться с этим? Ну, не знаю, пока он еще не появился, пока мне не надо, я постараюсь как можно подольше оттянуть этот момент с парнем. А когда он появится, тогда будем и думать. 16-летняя Виталия своим примером доказывает, что нет ничего невозможного. Если есть цели и желания, то с легкостью можно стать не только известной, но и высокооплачиваемой теннисисткой.